Ты не догадался? Не понял? Ой, давай еще раз покажу. Нарисую. Смотри, смотри, ты финальный. На песке нарисую. Финальный, смотри. Давай. Помедленнее сделаю. Медленно делай. Нет, спит. Вы все поняли, если первый раз не понял, но со второго как понял. Да ладно, нормально. Зеленая была там, прям так карман. Самый лайк. Сейчас они на меня выправи так правда лица. Ой, 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 извиняюсь. Хорошо, и и моя Краснослава, Абони икона Оста, и моя Краснослава. Тимо, поздравляю Великовград, кого не спалишь в цыркову, укоюй венчак земла. Кого не спалишь в цыркову, укоюй венчак земла. Бело тачбіне на карпужевих ях, Арихам поносно кліпо, живе на Сербія. Арихам поносно кліпо, живе на Сербія. Мы сейчас вместе не знакомы, но абсолютно знакомы всем и практически старшая дорога. Так что если есть желание, мы можем сделать такой вот так. Прошу. В огороде, госпожа разлука, мы с тобой Германии, в Австрии тяжелый продовольственный кризис, им нечем кормить даже свое население. Поэтому Всероссийский Венский Союз через Шведский Красный Крест организует отправку пожертвованных сухарей на территорию Германии в лагеря для военнопленных для спасения наших солдат от голода, чтобы они вернулись после победоносного окончания войны живыми и здоровыми.
Прошу, господа, возьмите. Также, господа, Российский земский союз предлагает вам жертвовать переносные разборные бани. А почему страдали? Нормально, противогаз. Да, а какой был противогаз? Господа, вот там кружка, любой. А жертвование начали собирать, потому что... Там горячо. Черный, не у нас. Два телефонных аппарата, чтобы по ним можно было разговаривать, между собой связывались с помощью проводов. Вот прямо сейчас, как они у нас подключены. Понятно, да? То есть, если вот этот телефон с этим не подключен, мы говорить не сможем. Если подключили, то говорить будем. Дальше. Как понять, что нам идет звонок, да? Другое. Радио еще на одном в то время было. Вращали вот такую ручку. Работали в основном два проводной связи. Это перевезная. Даже не нужно. Что случилось? Сфоткаться, сфоткаться. Вытащи нога. Я людям разговариваю. Там солнце. Солнце в другую сторону. Ну давай мы сядем. Садитесь. Давай. Собака циркулирует за счет своего. Плюс еще у них там трубка такая, девалась, газы отводить специально, такой шланг. Все остальное отечественное. Собственно, вот как выглядит русский сапер, так выглядит немецкий пионер. А то все полезли идут. Я тебя не буду.
Вроде нормально здесь. Я бы не... Я конечно, предложу тебе сама это сделать, потому что мне что-то не очень видно, но... Я там прожил какое-то время, ну, в течение примерно года учился, работал, интересовался всей этой историей, ну, правда, давно это было, еще в конце 2000-х, вот, а поскольку у нас она практически неизвестна, вот решили мы сделать такой такие в Шотландии, да, так ходят. Лагерь зайти посмотреть. Там было бы, да, можно. Нам просто для отчета фотографии надо, поэтому если вы зайдете, было бы прекрасно. Нам идут. Пошли, да, а, это центр. Понятно. Для меня здесь все, или у меня последний фон? Промахивается, а ты можешь вытаскивать ее зубами. И засаживали их очень глубоко. У нас есть друг против. Вот это смотри, это плоская, а у этой ложбинки. Да, вот которую все замалали. Ну, засаживают так, что у него зубается. Вот. А во вторых, вчера играли. Вот качан, смотри. И попал.
Петрушку на фотоаппарат, на камеру. Thank you.